В четверг начинаются каникулы. По статистике, в это время увеличивается число ДТП с участием детей. Школьники, особенно младшие, мало считаются с реальными опасностями на дорогах и переоценивают свои возможности. Поэтому во время каникул ГИБДД усиливает работу в плане профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. С 21 марта по 4 апреля в госавтоинспекции проводится специализированная информационно-пропагандистская кампания «Весна идет, весне дорогу». При надзоре за дорожным движением сотрудники госавтоинспекции будут выявлять административные правонарушения, связанные с перевозками пассажиров, в том числе особенно детей, а также взрослыми пешеходами, которые совершают правонарушения в присутствии своих детей. Кроме того, ГИБДД региона проведет творческие конкурсы для детей и родителей. Например, в рамках флешмоба «Скворечник в стиле ПДД» можно сделать скворечники для птиц и оформить их в дорожной тематике. 26 марта поделки нужно разместить на деревьях, в парках или во дворах домов и школ. Фото или видеоролики, запечатленными на них участниками мероприятия и размещенным скворечником, необходимо до 28 марта отправить на адрес электронной почты gibdd52@bk.ru. Подведение итогов будет проведено в социальной сети ВКонтакте и в группе УГИБДД Нижегородской области 407 на связи. Еще один семейный челлендж «Пристегни самого дорогого» пройдет 2 апреля. Родителям нужно снять небольшое видео, показать, как нужно перевозить ребенка в машине и призвать следовать своему примеру. Творческие работы также принимают по электронной почте gibdd52@bk.ru. Дополнительную информацию можно узнать в группах ГИБДД региона и Саровского отдела госавтоинспекции ВКонтакте. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.